Всем привет! С вами Даша. Сегодня новый обзор на канале, в котором я снова хочу рассказать вам о проекте Т7, с которым я уже вас знакомила. В проекте произошло очень много обновлений, которые мы вместе посмотрим. Первое, что хочу отметить, это то, что произошло обновление дизайна платформы. Так все выглядело до обновления. Теперь видим платформу с новым красивым дизайном, и навигация стала еще удобней и понятней. Но обновление дизайна это еще не все, это всего лишь мелочи по сравнению с основным обновлением. Тот, кто уже был зарегистрирован на платформе, как я, регистрироваться снова не надо, а нужно всего лишь пройти авторизацию через обновленный проект. Все учетные записи остаются прежними, вы просто авторизируетесь под своими предыдущими данными, как сделала это я. Для тех, кто еще не знает, что это за проект и не зарегистрирован здесь, вы можете пройти регистрацию по моей реферальной ссылке, которую я оставлю в описании под видео. Для тех, кто не знает, что это за проект и какие его особенности, напомню, что Т7 – это система торговых терминалов, то есть Т7 связывает инвесторов с ведущими торговыми терминалами, чтобы вы могли получать прибыль стабильно и надежно. Платформа имеет много полезных продуктов, которые, кстати, также приобрели новый дизайн и обновление. Итак, платформа Т7 предлагает вам торговые сервисы, а именно, первое – это быстрые инвестиции. Здесь автоматический запуск, мгновенное снятие, сложный процент дохода. Вывод средств без ограничений, минимальная сумма для работы в пуле составляет 50 USDT, и также минимальный вывод составляет 50 USDT. Процент доходности от быстрых сделок за 7 дней составляет 5,56%. Работа децентрализована и верификация аккаунта не требуется. Следующий продукт – это межбиржевой арбитраж. Здесь быстрый обмен сектора свап, период работы в пуле 14 дней. Минимально для работы в пуле необходимо 2500 USDT. Также минимальный вывод для закрытия составляет 2500 USDT. Отправка дохода в сумме от 50 USDT автоматически на ваш кошелек. И процент доходности составляет 8,63%. Работа децентрализованная, верификация аккаунта не требуется. Далее треугольный арбитраж. Здесь создание арбитражных сделок между парами и период работы составляет в пуле 11 дней. Минимально необходимо 2000 USDT для работы в пуле. Минимальный вывод для закрытия также составляет 2000 USDT. И автоматическая отправка для вывода на ваш кошелек в сумме от 50 USDT. И процент сделок за 7 дней составляет 7,68%. Работа также децентрализована и верификация аккаунта не требуется. Далее, следующий продукт – это сигналы скальпинг. Скальп-стратегии направлены на быстрое открытие и закрытие сделок. Итак, здесь минимально для работы в пуле необходимо 1500 USDT, также минимальный вывод для закрытия составляет 1500 USDT. Автоматическая отправка дохода в сумме от 50 USDT на ваш кошелек для вывода. И процент сделок за 7 дней составляет 6,73%. Работа децентрализована и верификация аккаунта также не требуется. Далее идет бот NFT Marketplace. Здесь у нас покупка-продажа на специальных платформах NFT токенов. Транслируют реальную стоимость арт-токенов на основе анализа бокса. Также извлечение выгоды от покупки в первые миллисекунды после старта сейлов. Сумма для входа в торговый пул согласно тарифу стандарта для NFT ботов. Также распределение дохода по смарт-контрактам согласно тарифу выбранной сети. Работа также децентрализована и верификация аккаунта не требуется. Также компания ставок. Здесь объединение ресурсов владельцев монет в единый стейкинг-пул. Итак, здесь неограниченный маркет поддерживаемых криптоактивов и токенов. Также децентрализованный высоковолатильный профит от манипуляции рынком. Сумма для входа в стейкинг-пул согласно тарифу стандарта выбранного актива.
Что касается вознаграждений по смарт-контрактам, то здесь идет пропорционально объемам взноса в пул. И работа также децентрализованная, и верификация аккаунта не требуется. Далее давайте вернемся на главную страницу. И здесь видно, что обновление было не только с целью дизайна, а в первую очередь для удобства пользователей, чтобы нам было еще проще ориентироваться. Видно, что команда проекта серьезная и не сидит на месте, постоянно работает над ресурсом, внедряет новые продукты в проект и развивает технологии. Скоро, кстати, на платформе выйдут также бизнес-сервисы, а именно собственная DeFi-биржа от проекта, также собственный DeFi-кошелек от проекта и собственный криптосистемы мерчант от проекта. В верхнем правом углу, также нажав на колокольчик, вы можете посмотреть все даты релиза интересующего вас продукта. Но это еще не все, так как в стадии разработки также находятся и социальные сервисы. И здесь будет свой VPN-сервис для случаев проблем с доступом любой из стран мира и фирменное приложение под названием VClub. Также, что касается нововведений, то здесь видим колокольчик в верхней шапке сайта, в котором, нажав на него, вы можете посмотреть всю информацию, также обновления и даты новых продуктов, также верификация почты, отслеживание своих данных, также есть форма для контракта. Это буква S в верхней шапке сайта. Если же вы планируете работать в сфере развития маркетинговой структуры компании, то они предлагают делать это официально, и вы можете подписать партнерский контракт с компанией. Также здесь есть еще запрос сводки дохода для госорганов или других целей. Это кнопка PDF в верхней шапке сайта. Если вам необходимо такая бумага, вы можете заказать сводные данные вашей прибыли за 30 дней или более, выбрать период, за который вы хотите получить отчет по доходам. Отправляйте эту форму и получаете отчет о своих доходах на email адрес вашего аккаунта. Это еще раз показывает, насколько серьезный проект. Все легально, компания имеет абсолютно все лицензии, имеет полное право вести свою деятельность. Все находится в открытом доступе, и любой пользователь может в любом из реестров найти ее и удостовериться в этом. Поэтому есть хорошая возможность зайти и заработать легко денег, к примеру, в треугольный арбитраж, так как в старой версии сайта треугольный арбитраж не был доступен для пользователей, так как находился на бета-тестировании, но теперь он доступен для всех. Ну и, конечно, не забываем про сообщество проекта в Twitter, Telegram, Reddit и YouTube канал. Присоединившись, всегда можно быть в курсе всех важных новостей и обновлений проекта. Всю подробную информацию о проекте я оставлю в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Не забудь подписаться на мой канал, пиши комментарии, ставь лайки и увидимся в следующем видео.